Всем привет! Утро 30 декабря, в преддверии Нового года. Движняк начинается. Сегодня жопу умыли. Очень много дел там. Магазины, постричься. Мне надо побриться. По-любому. Вот. Сейчас по работе съездить. Несколько моментов там уточнить. Запчасти привезти. Ну, завтра у нас выходной, везде разборка и сервис. Мы уже начнем с обеда, нахуй, праздновать Новый год, там похуй. Год был тяжелый. Вот. Здесь у нас... Я охуел, если честно. Здесь просто так, практически. Здрасте, Атен! С наступающим! Вот. Охуенный, между прочим, тема. Просто красота. Так, надо завести тачку. И пойду посмотрим. А, бахи там, блин. Вчера, блядь, Короче, началось, ебать, каша, нахуй. Тачки, блядь, помыл. Сука. И началось дрочево, блядь, теперь. Будем греть. Или еще что-то, я не знаю. Вот после мойки такая херня. Так, бахи надо еще этот найти. Я разъебал вчера перенос с этим, с патроном, короче. Случайно, она упала у меня сверху. Ну, блядь, засада. Получилось. Сейчас посмотрим, что есть. Тут еще бардак убраться в гараже. Мои. В гараже убрал что-то. Вот пиздец. Что-то патрушки нету. Вот это засадка с патрушкой. Надо искать. Нашел я патрон для перенески. Там бардак в гараже еще больше 100. А это мы все уберем. Вот такой вот герметик для кровли, для мастер-флеша. Наверх, на крышу, ребят. Сейчас на охоту будут устанавливать, собираться. Вчера не успели. Лампочки тоже пиздец. Сейчас у меня дома где-то должно быть. Короче, надо еще, да? Блять, эти лампочки пиздец. Сейчас принесу. Ну вот. Тут судорога шерстяная. Да? Судорога. Короче. Лампочки. Тоже пиздец. Сейчас принесу. Ну, наверное, принесу. Хуй знает, не знаю. Должна быть у меня вариант, чтобы ее не было. Мне надо ехать там. По работе, туда-сюда. А ребятам надо работать. Ага, ага. Я еще не хочу с ним пойдет. Лампочка. Ну, не надо. Две принесу лампочки. Энергосберегающие, по-моему, диодные здесь. Ага. Ну, морозец небольшой, но ну, минус 10. Чтобы... Ну, в тачке показывает 12. Хуй знает. На руках веет. Не замерзает лампочку нести. Вот заехал. Хомут взял. Маленький и кронштейн еще один. На всякий случай наверх туда на трубу. Вот так вот. Все сразу же нельзя купить по-любому. Зачем ты будешь ездить? Такая машинешка на ремонт. Ютубчик, да, вот Максик. Феном греет. Можно голову им погреть. Если у кого что не работает, она не шевелится, мозги там или желе. Перед Новым годом последние штрихи, но она останется здесь Новый год встречаться. Потом электрик приболел, он приедет 3-го, там все проверит. Кстати, чтобы все четко работало, вебасты и все. И машинешка поедет дальше. Ну, как у меня, она точно такая же.
Нормальный аппаратик. Все, я уехал, Максик. Угу, давай. Вот так вот. Запчасти завез. Тачку ребята загнали. Игорь Валерьевич уехал. За мясом на рынок к Новому году. Говорит, вообще мясо нельзя взять. Вот так вот. Я тоже сейчас за мясом поеду. Одну штучку для себя я взял. Меня положили, ребят. Вот. А я сейчас тоже поеду за мясом. Всякие ингредиенты. Шашлык буду мариновать. Потом что-то еще на корочки надо. Помаленечку подтариваемся к Новому году. Сейчас вот в агропарке были у метро. Лучка, тут и корочки купили. У метро там сладеньких моментов разных там. Мясо, минералочки. Так, зеленюшки, мандаринчиков. Все у нас есть. В принципе, у нас вроде все готово. Остался, да? Уголь и батон. Остался уголь и батон. Мы его сейчас в Пятерочке, а уголь в Кузнице возьмем. И все, и мы готовы к Новому году. Можем уже сегодня начинать, 30-го. Там уже как пойдет. Сейчас заедем перекусим. Сейчас надо икру матери еще отвезти будет. Матери, да, завести икорки. Ну, надо заехать. Нет, мы сейчас заедем, перекусим. Блин, а если мы к матери повезем икорку, мы можем и там и пожрать. И тогда, тогда мы Макдональдс не пожрем. Он у нас останется в прошлом году. Да? Че, мы к матери поедем, что ли? Не знаю. Сейчас позвоним. Сейчас позвоним матери, а там уже по ситуации сориентируемся. Макушки ждем, когда нам хавчик принесут на стоянку. Тут что-то у них туговатенько, все медленно. Раньше как быстро не было таких очередей. А сейчас вот приходится ждать. Но нам кофеек выдали. Дополнить это, стюнинговый кофеек с доп. Молоком и ванильным сиропом. Немножко кайфуем. Погодка хорошая. Барахлишко затарились. Сейчас похаваем отравленной американской еды. Поем, к матери заедем. И потом домой, там дел полно. Нам еще на это надо заехать на разборку, да? Угу. Может, и не заедем. Может быть, мы все вот так решим. Так что жрем. Жрем, ага, жрем. Не жрем, а ждем. Еще пока не жрем. А уже охота, уже пожрать. Ну ладно, ладно. Что-то народ суетится. Это предновогодняя тема. Бегаю, что-то носится. Марин, да, он говорит, мы сегодня уже начнем новогоднюю репетицию. А вон макушка. А вот и макушка. Спасибо большое, с наступающим. Засняли макушку. Ну все, мы будем жрать. Мы не расскажем, что не едим. Все, дымоход четко. Выше конька. Как положено. Кот, ты все здесь гуляешь, что ли? Пошли-ка домой, пошли, пошли. И пес, ты нет, ты домой не пойдешь. Все, вот так вот у нас уже труба, мастер-флеш на месте. Все четко. Как течетка. Вечер. Температура, блин, у нас тут плюс 10 в бане. Все, это 30 декабря. Сегодня еще часть что-то не снимал. Пока туда-сюда мотался, там что-то подарки где-то что-то забыли. Посылку опять возврат сделал. Короче, не то, шлют Озон. Подарок дошлют племяшки. Завтра поедем 31-го, короче, искать, что подарить. Ну, то есть мы знаем, что подарить, но не знаю, купим, не купим. Ну, что-нибудь-то купим, что-нибудь подарим. По-любому. Так, у меня здесь, это, по-моему, убавлено. Немножко печурочки. Ну вот. Так, все путем. Так, ну здесь камин, понятно. Все есть. Все четко. Здесь полочка, здесь декорация. Труба, дымоход. Все, стоит, тяга есть. Получается это примерно вот так. Вот так вот. Все, печура моя. Все. Монотруба. Переход и сэндвич. Здесь каолиновая вата. И потом пошел сэндвич. С этой, ну, с другой. Базальтовой, что ли, ватой. Вот. Здесь два слоя
с фольгой базальтовый картон на всякий пожарный. Вот, там ППУха, она засыпется керамзитом, потом там наверху, но мы пока керамзитом ее не засыпаем, потому что надо потолок сделать и уже на чистовую ее прикрутить, и там сверху все засыпем. Так, что у нас еще? Вот, наверху все, два кронштейна на всякий случай дополнительных поставил, но я потом покажу, туда наверх залезу как. Дымоход торчит на метр с над коньком. Как бы все грамотно все сделано. Тяга есть, я проверил. Уже жег там все. В эту. В печке там, чтоб, ну, поддымило бумажку там или что-то. Все прям засасывается, открытые двери. Вон дымоход, если видно. Он хромированный, блестящий, все из нержавейки, с дефлектором. Все, короче, вообще не экономно. Вот, я сейчас скажу. Короче, запчасти, все вот эти вот моменты, блядь, кирпич, цемент, вся требуха, дымоход, все полностью мне обошлось под 40 кес. Вот, видео есть, где там все, ну, запчасти на установку печи на кирпич. За работу я дал сегодня 35 рублей. Вот, все мне под ключ поставили, все наверху все сделали, залезли. Все установили, выложили, приточные вентиляции. Короче, все четко. Баня просто должна быть охуенная. Вот. Почти, короче, сколько? 35, да, но 75 рублей. Нахуй. Ну, я думаю, есть за что. Есть за что, все четко, все сделали. Я потому что на крышу не лазил. Я вот с этой боюсь, мне нахуй, не дай бог оттуда еще упасть. Вот, и тем более я так кроны сам не выложу. Себе сам выкладывал, криво, маленько бы виделся и... По-любому пиздюлей получал постоянных. Вот. Так все сделано. Мне вообще нравится, кайфово. Здесь будет утепляк, все. И одна фишка. У нас не получается полки по размерам, как мы хотим. Парящие без стоек. Мы, скорее всего, перенесем на 20 сантиметров дверной проем. Вот, на 20 сантиметров. Здесь, соответственно, это останется. Здесь мы, ну, то есть, будет фальш. Стена чуть-чуть. Вот, коробка перенесется на 20 сантиметров, чтобы у нас полок был 65-70 и вниз 30-ка выход. Ну, тоже он где-то будет 60. Но придется переносить. Вот так вот. Стройка идет. Бабки тоже, блядь, рекой нахуй текут. Не успеваем косить. Следующий этап вообще по плану должны быть полы. Уже теплые полы. Мне надо купить утепляк. Обрешетку, подкладку, сами теплые полы. На мою площадь мы посчитали 70 тысяч, если они не подорожают сейчас после Нового года. Тут материалы на сами полы, ну плюс обрешетка всякие, вот эта сетка, цемент, песок, плитка, там всякая добавка, трапы еще хотим мы докупить, туда сделать. Вот там трап есть, а в самой парной нету. То есть по плану у нас вот здесь вот трап сливной, туда пробиться, ну чтобы парной листья тогда сюда было удобно, короче, мыть. Вот. И плюс электрик, электрика-то у нас заведена, нужна разводка по воде, по электрике, все нузлы там, все дела. Короче, еще тулюсь. Вот. Да, еще наверху у меня остался вот этот минерит. Как она, ну, жаропрочная. Я не знаю, еще керамика. Вот, я там наверху лаги стропила. Короче, им обделаю вокруг трубы на всякий пожар. Ну, и нахуй пусть будет положено. Вот. И чтобы мне спалось спокойно. Короче, вот такая вот хуйня. Ну, а сейчас все, что, 30 декабря. Сейчас приедут друзья в гости. Друг с подругой. С гражданской женой, что можно так сказать. Будем сейчас. Я взял уже пивка. Там уже рыбки, еще что-то маленькое там мутит. Стол, полянку. И наверное, уже все. Начнем репетировать. Сейчас сегодня 30-е, завтра 31-е. Завтра мы не работаем. У меня сервис, ни разборка не работает. Все отдыхают, все веселятся. Хорош нахуй. Так, год нормальный, поработали. Ну, завтра еще. Да, крайний день этого года. Вот. Пес, он там что-то нас спасет. Тоже он устал. Ну, судя по лицу и по глазам,
по морде, наверное, да, если правильно. По-моему, он заебался тоже. Как и все, нахуй. Просто заебался. Вот. Так что пойдем отдыхать, веселиться. Завтра тоже парикмахерские какие-то моменты, подарки там племяшкам. Вот. Какие-то дела есть. И все, и с обеда начнем, короче. А мясо мне еще сегодня надо замарять. Пойду мясо замариную, пока ребята не приехали. Так, еще не все. Вот тут поляна. Как раз сейчас друзья подъедут. Рыбки туда-сюда, сырки, лучок. Вот мясо. Сейчас я замариную шашлык. Это шейка. 3,5 килограмма на завтра. Потому что Новый год. И все-таки. Ну, шашлык мы должны обязательно пожарить. Мы его будем жарить. Вон там вон мангальчик. Все у нас. Зона там отдыха. В бане на коленчик, там тепло будем курить. По-любому. Вот. Сейчас вот у нас только столик, новогодняя скатерть, каминчик. Здесь вот. У нас там каминчик настоящий, а здесь вот такой. Ёлочка. Ёлочка вроде ничего. Марина Алексеевна её немножко забраковала, говорит, такие хуйню. Ты не елку купил, но мне кажется, нормальная. Но до этого у нас были лучше. В следующий раз будет вообще бомба. На следующий год. Все, я лично ответственный за эту тему. Вот была такая вот елочка. Там у нас тоже видно елочку. Да, тут видно. Вот там у нас елка. И вон там наш, который растет. Наш, по-моему, красивее. Вот. Ну все. Буду мариновать мне шашлык. Достану где-то свой охотничий нож. Потому что, блядь, с ножами что-то у нас не очень точишь. А они что-то быстро тупят. Столь ножи и барахло. Там еще. Ножик у меня. Должен быть. Нормальный ножик. Вот он. Пойду, короче, я резать шашлык, мариновать. Все, лучок. Ничего сложного тут нету, ну, то есть у меня рецепт простой, вообще мой, я постоянно делал. Один к одному лук и мясо, ну, 50 на 50, соль, перец, немножко уксуса 9%-ного и специй там тоже чуть-чуть для шашлыка. Ну, в основном я беру для мяса, не именно для шашлыка, а просто для мяса. Вот, и все. И все, на завтра я сейчас замариную и на завтра поставлю в прохладное место. И завтра мы будем его хавать. Ну, то есть жарить, парить, все дела. Еще утка у нас тоже замаринованная с апельсинами. Маришка сделала. А первый раз, ну, посмотрим завтра. Я думаю, тоже будет бомба. Ее будем готовить в духовке, а шашлык, соответственно, на гриле. В мангале. На улице, на свежем воздухе. Вот так вот. Ну все, всем пока.